Добрый вечер, здравствуйте, Фонбет, чемпионат континентальной хоккейной лиги, рад приветствовать вас в Балашихе на арене имени Юрия Ляпкина. Вторая пара обороны, Руслан Педан, 53-й и Владислав Оленцов, 9-й, здесь есть все-таки эта шайба, что вот так оно все складывается, потому что и момент Дарина в первой смене тоже был из, ну знаете, не таких проходных, и здесь Еремчук забрасывает. Ну, давайте посмотрим, есть наброс, а Бердин вот здесь теряет шайбу, причем все равно, обратите внимание, ведь смогли сдержать Цицуру, который, по идее, должен был забрасывать изначально. То есть вот с ним-то справились. И открылся под передачу. Корягин. Есть наброс снизу. Ух ты, тянули! 1-1. Результативные баллы. А всего же на дистанции последних 6 матчей для него вот это 4-й. Набранный балл. Корягина отметим. Вот этот наброс и... Игрок ли это Ярослава Бусыгина? Ну, скорее всего, да. МФУ активно ведет. Отсюда вылезают сочицы. О, какая хорошая передача! Это 2-1 в пользу гостей. Который бросил и Шикина пробил. Ну и Браку хорош. Ну и я на самом деле отвечу еще Климова. Который выиграл борьбу в углу и... Дальше расчертил уже Джереми Браку и под руку Шикину, да. Периода забирает, да, отдает. Обокрали Угольникова. Гараев, здорово, в одно касание и 3-1. Угольникова Бусыгина, по-моему, обокрал-то Гараев. Да. Бросает Криштоф. И Мечков, выскочивший из-за спины Игоря Головкова, делает счет 3-1 на последней минуте. О, Хуснутдинов на сей раз, там ломается клюшка у него от этого. Цицура забил. Забил все-таки в зоне. Ну и болельщики, конечно, здесь заводятся. Но давайте смотреть. Ну вот перевод. В 3,5 человека Сочи обороняется. Хуснутдинов без клюшки. И, может, представление было? Да нет. Прямая шайба, никаких рикошетов.